очень хорошо при вот этих проблемах, колики, начальные сгустки, так сказать, желчи и так далее, хорошо помогает просто шиповник. Берем термос, желательно небольшой термос, на пол-литра, чтобы постоянно жидкость, так сказать, уже целебная, была свежая. Берем большую горсть высушенных, обязательно высушенных, и обязательно, чтобы они были цельные. Плоды подвяленные или высушенные шиповника. Вот такую горсть. И насыпаем свою горсть. И насыпаем ее в термос. Эти плоды шиповника. И заливаем кипящей водой. Прием, если вы проводите прием этого напитка постоянно, каждый день, обязательно надо проводить курсами. То есть нельзя постоянно пить настой шиповника. Если вы каждый день его принимаете, принимайте не более 3 недель. Потом обязательно необходимо делать перерыв. Примерно через час уже данный настой готов. И потом в течение дня выпиваете, желательно равными порциями, этот весь настой. То есть эти примерно 500 мл настоя из шиповника.